Автобусный парк номер один Павлодара пополнился очередными 10 новыми современными автобусами. По какому маршруту они будут ходить, узнавала наша съемочная группа. Новые транспортные средства будут выпущены на 111 маршрут и заменят автобусы малого класса. Благодаря этому интервал движения сократится до 15 минут. Те маршруты, которые у нас ранее ходили на малом классе на 111 маршруте, мы их будем запускать на маршрут малого класса тройки. У нас тройка получается сейчас тоже очень много жалоб идут. Он тоже также второй Павлодар обслуживает. Интервал движения тройки хотим сократить вот с 15-17 минут, с 8 до 10 минут хотим сократить. Выйдут на дороге областного центра они после 7 февраля. Сейчас идет процедура оформления и технического обслуживания. Эти 12-километровые трехдверные автобусы китайского производства, но у казахстанской сборки. Общая вместимость салона 85 человек, в том числе 24 посадочных места. Раньше не было вот видеокамеры автобус здесь в салоне и снаружи. И плюс дополнительный подогрев бака не было. Вот сейчас вот специально сделано, особенно зимой, морозные дни, включает специально, вот здесь есть подогрев топливного бака и плюс подогрев топливного фильтра. Плюс камера оснащена 7 камерами, из них 4 в салоне, 3 снаружи, 2 по бокам. Один сзади автобуса, заднего входа. Когда вечером водители паркуются, видно. Есть в новых автобусах и климат-контроль, а также транспортное средство имеет крен, обеспечивающий боковой наклон кузова для возможности заезда маломобильных граждан, и широкий пандус. В этом году в Павлодар планируется поступление 100 новых модернизированных автобусов. Местные власти заявляют, что решат проблему с общественным транспортом. Евгения Мягченко, Досымбек Тока, Ертас Акпарат.